Добрий вечір, шановні колеги. Ми починаємо передматчеву прес-конференцію київського «Динамо», Ліга чемпіонів, завтрашній поєдинок. Головний тренер команди Мірча Луческу, віце-капітан команди, гравець збірної України також, Микола Шапаренко, і асистент головного тренера Еміль Карас буде допомагати спілкуватися. Два моменти, про які я маю нагадати. Ваші запитання, будь ласка, в мікрофон, ось який зафіксований там, ставте запитання. Наша прес-конференція йде в прямій трансляції на телеканалі YouTube «Динамо Київ» сторінка. І останнє, спочатку ваші запитання гравцеві, ми його відпускаємо готуватися до тренування, а потім ваші запитання до тренера. Добре? Будь ласка, запитання до Миколи Шапаренка. Прошу. Так, ну якщо є тут іноземні журналісти, запитайте, будь ласка. No. Дякую. Прошу до мікрофона, колеги. Будь ласка, ви руку навіть не піднімайте, просто підходьте і все. Так швидше буде. Николай, добрый вечер. Ну, известно уже, что не будет Агуэра, не будет Пике, там ряд травмированных игроков. Насколько это вот в глубине души легче от этого или наоборот где-то тревожнее? Спасибо. Добрый вечер. То, что их не будет, это опытные игроки для их состава, но у них также есть молодые игроки, которые полны мотивации, чтобы завтра играть на победу. Прошу, наступне запитання. Зеро? Ну? Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот как подходить психологически к таким играм Барселона, Динамо, и вот как вы к ним готовитесь? Есть ли какой-то мандраж? Вы же не в первый раз играете, и тем не менее, каждый раз выходя, вот есть разница? Мариуполь, Лига чемпионов. Нету мандража, это Лига чемпионов, это праздник для футбола, для всей страны, и мы хотим выходить завтра и получать удовольствие от игры, и играть на победу. Браво. Да. Микола, підкажіть, будь ласка, чи є якісь особливі установи після першого матчу з Барселоною від тренерського штабу? Звісно, ми повинні соблюдати дисципліну в обороні і грати більш уверенно з м'ячом, не боятися їх. Ми такі ж хороші ігроки, як і вони, і не повинні. Це все залежить від голови і від нас. Програму мінімум виконали, да? Три запитання. Більше нема. Ну і на тому спасибі. Дякуємо Миколі Шапаренко, відпускаємо його. Будь ласка, якщо є запитання до головного тренера, можете їх, прошу, озвучити. Містер, добрий вечір. Олександр Мельниченко, Футболхаб. Після матчу з Маріуполем ви були трохи незадоволені грою своєї команди. Розкажіть, чи вдалося налаштувати футболістів на поєдинок із Барселоною? Як взагалі атмосфера зараз в команді? Дякую. Неужели на завтрашнюю игру еще нужно мотивировать? Против Барселоны. Разве нужно еще мотивировать кого-то? Барселона, Динамо Кев контра Барселона, индиферент че жукатор липсеште сау есте презента. Но и не имеем жукатору клауза де резилиере де 1 миллиард. Но имеем жукатор форте бун. Я слышал здесь вопросы, что нет того игрока, нет того у Барса. Барса, есть Барса, и любой игрок, который приехал сюда в этом составе, он качественный игрок. У нас нет игрока, который есть отступные миллиарды. У них есть. У нас есть хорошие, качественные игроки, и завтра мы это увидим. Рекорд встановлюємо, да? Ну, будь ласка.
Мистер, команды обычно, ну, тренер, вы как тренер, наверное, готовились к Барселоне уже не вчера, начали готовиться. И потери Пике и Агуэро, насколько они изменили вас, заставили сейчас менять подготовку? Ничего, потому что Гарсия и Лафел де Бунч, как и Пике, дин контра, ревару он витор экстраординарен на Барселона. Agüero până acum n-a jucat, a jucat acum până, nu și-a pus amprenta asupra jocului Barcelonei. Deci Depay este jucătorul în continuare cel mai periculos, cel mai bun în atacul lor și în formă cea mai bună. În rest, ceilalți jucători sunt acolo, trec pentru un moment mai dificil. Nu e ușor să pierzi un jucător ca Messi. Asta a lăsat urme asupra psihologiei echipei și asupra jucătorilor. Dar jucătorii sunt aceiași, la fel de buni ca și înainte. Le lipsesc în moment de față niște rezultate. Deci nu lipsa unuia sau altă între jucători este cea, adică înseamnă foarte mult. Это несущественно, потому что отсутствие Пике компенсирует Гарсия, который также хорош и также хорошо играет. Это будущее Барселоны, и он намного моложе и хороший игрок. В то время как Агуэро не особо играл в последнее время, поэтому сказать, что его отсутствие – это проблема, тем более, что у них есть Депай, который на данный момент ударная сила команды, играет хорошо и забивает. Естественно, сказалось отсутствие Месси на всю команду, на весь клуб. С его уходом что-то потеряли в плане психологии вся команда. И у нас отсутствует Попов и Беседин, важнейшие игроки в нашей команде. Ну, липса сау, презенца сау, липса уни жукатор, но скимба ку нимик да телеком. Жуака, Барселона контра Динамо Киев. Отсутствие одного-двух игроков ничего не меняет в плане игры. Играет Динамо Киев против Барселоны. Играет две команды. Я уверен, что мы сыграем хороший матч завтра. А это будет еще Барселона Кумана или это будет уже новая Барселона? За три дня ничего не поменяешь. Новая Барселона не может быть. De fapt, și alegerile sunt aceleași. Nu sunt alegeri noi în ceea ce privește alcătuirea formației. Joacă jucătorii care sunt disponibili din punct de vedere fizic, al sănătății. Играют те игроки, которые готовы физически, которые здоровы завтра. Будь ласка. Містер, як ви вважаєте, зміна тренера у Барселоні, вона піде на користь цій команді? Вона може розізлити футболістів Барселони? І чи, можливо, це навпаки допоможе Динамо завтра? От ви як досвідчений тренер, як можете це прокоментувати? Ось цей от певний злам зараз у Барселоні. З ким Deocamdată n-a adus nimic, pentru că n-au câștigat meciul cu Alaves, dar totdeauna schimbul unui antrenor produce un șoc echipei, pentru moment. Din păcate pentru el și din fericire pentru noi, nu are toți jucătorii la dispoziție, așa cum ar fi vrut, ca să poată să aleagă formația în funcție de dorința lui, în funcție de priceperea lui, în funcție de ideile lui. Пока что никаких изменений нет, потому что они не выиграли сейчас у Алавеса, и, к сожалению для него, к радости для нас, может, у него не все игроки в составе, не все здоровы для того, чтобы он свою игру сделал в зависимости от тех игроков, которые имеет в составе. Indiferent ce antrenor ar fi, nimeni nu poate să facă minuni într-un interval atât de scurt de timp. Mai ales că a fost luat prin surprindere. Decizia de a-l înlocui pe Kuman a fost luată imediat după meciul cu Rayo Vallecano. N-a fost timp pentru a gândi cine va urma. И всегда сложно что-то делать за три дня, что-то поменять. Тем более, что он совершенно был не готов к этому переходу. Решение уволить Кумана и взять его Серхи из второй команды было буквально за час. Это все было принято решение. Прошу, коллеги, запитання. Нет.
Добрий вечір, Суспільне спорт, Євгеній Каранов. Завтра буде другий матч Динамо Київ на своєму полі в Лізі Чемпіонів. Перший був з Бенфікою, після того були два матчі на виїзді, очок не було. Наскільки важливо, що зараз буде грати при своїх трибунах, при своїх болівальників? Наскільки це додає команді якогось запалу, для того, щоб поборотися за ці такі необхідні очки? Дякую. Depinde ce grup de suporteri susține echipa. Зависит, какая группа болельщиков поддерживает команду и как поддерживает. Și cred că stadionul ar trebui, pe un meci atât de important cum e cel cu Barcelona, să fie în totalitate alături de echipă. И я хотел бы, чтобы все болельщики, все зрители, которые будут присутствовать на матче, поддерживали команду и толкали ее вперед. Programul pentru noi a fost foarte greu, să joci contra lui Bayern. Până să joci la Barcelona nu a fost simplu deloc. După un meci foarte bun făcut cu Benfica, pentru că vă aduceți și dumneavoastră aminte tot, cred că meritam victoria meciului cu Benfica și Benfica pe urmă a demonstrat că este o echipă competitivă, meciul cu Barcelona. Aici, în grupa noastră, Bayern se detașează, celelalte echipe se luptă. Noi sperăm să facem un foarte bine. Am amintit jucătorilor mei de meciul din 2004, când am câștigat cu Barcelona cu 2-0 și debuta Messi, juca și Iniesta, și Xavi, și Marquez, și Puyol, cu dorința, cu o dorință extraordinară, sigur și cu organizarea jocului, dar și cu o dorință extraordinară de a face un rezultat bun pentru noi. Și, de fapt, perioada aceea a însemnat o creștere extraordinară pentru viitorul Shakhtarului. În momentul același lucru se pune și aici. După 5 ani de lipsă de Champions League, din păcate am avut ghinionul să intrăm într-o grupă extrem de puternică, cea mai puternică grupă, dar în astfel de situație se vede valoarea unor jucători și valoarea unei echipe. Deci eu le cer jucătorilor mei să mâine să facă o partidă extraordinară. Да, сложно было после двух выездных игр. У нас сложный распорядок в Лиге чемпионов. Дома сыграли хорошо с Бенфикой и заслуживали победу. После этого два выезда сложных в Мюнхен и в Барсу. Сейчас вернулись домой. Там, где мы на выезде, мы играли с боязнью. И мы создали им это преимущество, мы им дали эти моменты реализовывать на наших грубых ошибках. Я ребятам рассказал в преддверии завтрашней игры, я рассказал ребятам, как в 2004 году приехала Барселона, дебютировал Месси. И Шахтер выиграл 2-0 за счет сумасшедшей самоотдачи, организации игры. Барселона тогда переходила, это тоже какой-то переходный период был. И эта победа дала большой толчок в развитии Шахтера. Мы должны завтра все сделать для того, чтобы добиться положительного результата, потому что после 5 лет без Лиги чемпионов мы попали в сложнейшую группу, и здесь Байер Мюнхен имеет большое преимущество перед всеми этими тремя командами, а в общем еще все разыгрывается, поэтому я верю и хочу от своих ребят в завтрашней игре большую мотивацию и хорошей игры. Еще запитання, будь ласка. Прошу. Містер, відсутність Віталія Миколенка. Наскільки може бути це великою проблемою завтра? І чи визначилися ви вже, хто зможе зіграти на лівому фланзі? Можливо, Караваєв чи Шабанов? Як прокоментуєте ось цю кадрову втрату? Дякую. Шабанов l-am încercat doar în ideea că e posibil să pierzi un jucător cum e Караваєв. Sigur, ținând cont că Миколенко va reveni peste 2-3 săptămâni sau să vedem noi când. De aceea Șabanu, am vrut să-l văd în ce s-ar întâmpla în cazul în care nu l-am mai avea pe Caravaev acolo. Așa că nu se pune problema schimbărilor. Caravaev știe să joace zona aia, știe, are calitățile pentru a putea suplini absența lui Миколенко. В связи с тем, что Миколенко выбыл на 2 недели или более, не знаем еще, я
решил посмотреть на Шабанова в случае, если Караваев не сможет или что-то с ним случится. То есть здесь не идет вопрос о том, что Караваев не может играть на этой позиции. Караваев знает, как играть на этой позиции. Я просто смотрел, как в будущем, как смена одного игрока на другого. Okay. Будь ласка, є ще запитання? Нема? No. Тоді дякуємо всім. 15 хвилин тренування, Динамо відкриті для преси. Будь ласка.